Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и все, любовь. Готовьте фантики. Это мой последний день на Титанике. Так, ребятки, мы сейчас будем стричь подобного макрулика. Давно он, понимаешь ли, это... Че ты меня там ножки сучишь, а? Вот, давно его, кстати, не стригла. Так что сейчас мы будем стричь, девочки, стричь. У меня такая машиночка. Зверь, а не машина. Сейчас буду стричь. В общем, короче, как я стригу, девочки. Смотрите, девяточкой снимаю вот это вот все дело. Вот, потом здесь вот оставляю троечку. Вот, ну и краешечки подравниваем, да. Вот мне там пишут, типа, барбершоп, барбершоп. На самом деле, можно очень недорого постричь мужа дома, девочки. Так что экономим деньги на мужьях для себя, любимых. Стрижем их сами. Такая машинка стоит всего лишь 2500. Можно сэкономить 2 похода в барбершоп. А мужиков надо стричь каждый месяц. Так что вот. Все, ребятки, смотрите, девяточка я полностью сняла голову. Вот, все подровняла, то есть под одну гребенку. Вот, сейчас буду снимать вот эти вот краешки. Вот, вырисаем вот такую таблеточку, вот так вот на голове, да. Кто-то вам может положить там, не знаю, табурет, в смысле, не табуретку, блин, как тарелку. Вот так вот раз, и все, вот так да, выстригаем. Тарелку одевать. Не, кстати, я видела, действительно, кладут тарелку и стригут так по кругу. О, почти все готово. В общем, все обработано. Осталась таблеточка. С боков я троечкой поснимала. И вот сейчас вот снимаю вообще полностью вот эту насадку. И вот так сейчас будем подравнивать. В общем, легко и просто, девочки. Я не понимаю, за что берут 1500? За что? За что? Не, серьезно. Вот без прикола, вот, знаете, вот, ну, полчаса работы. Вот и все. Вот и все. Наша стрижка готово. Все ушки я обработала. Смотрите, видите, как все аккуратненько, хорошо. По-моему, замечательно. Девочки, ну, мастерство, как говорится, не пропьешь. Считайте, что 1500 я заработала. Давай деньги. Деньги давай. Давай деньги, деньги давай. Ну все, Вован отправляется у нас мыться. А я... Че? Он мне фигу показывает. Ах ты. В следующий раз я тебя выбрию. Что-нибудь такое. Муж. Все. Вован отправляется у нас мыться. Сейчас я буду убираться. Кстати, девочки, мне чем нравится эта машинка? То, что ее можно спокойно вот так вот мыть под водой. То есть совершенно не бояться промывать все эти волосы. Потому что волос остается очень много. Это, кстати, очень действительно удобно. Не все машинки так себя ведут. А здесь можно так промыть и все. Кстати, очень хорошая машинка Браун. Вот еще, девочки. Вот для дома кто-то будет покупать, ее можно и бороду стричь, и волосы подравнивать. Мне, кстати, Марин говорила, что можно вот здесь самому подравнивать. Вот, видите, вот так ее промываем спокойненько. Все. Обязательно только промывать. Она потом подсохнет, надо будет ее немножко смазать маслицем. Вот и все, вот и все. Ну вот. А так бы он пошел 1500 отдал. Я не уверена, чтобы его... Я не знаю, мне кажется, из него бы красавцы не сделали. Потому что там, если делать нечего, красавцы уже не получится. Ребяточки, все. Вован помылся, красивый стал вообще. Вот, я сейчас, короче, буду убираться. Он, видите, переставила, короче, всю обувь. Наверх подняла. Надо, кстати, белье разобрать. Вот оно уже высохло. Надо разобраться. Все никак не могу разобраться. Наши скартерочки все лежат. Вот, обувь подняла, все помыла, кстати, вот эту вот протерла с той стороны тряпочкой. Сейчас буду пылесосить, вот, и, короче, буду полы мыть. Вот, надо забираться, так сказать, заниматься. На вечер, девочки, заказала роллы. Вкуснятину, да. В общем, у нас с вами уборка. Короче, дело к ночи, кстати, вон. Сейчас надо бы она подсохнет, буду ее... Вот такая вот у нас масло.
для этой, для триммера. Вот, кому интересно, девочки, вот такой вот триммер. Смотрите, очень хороший, браун. Немецкий, кстати говоря. Видите, можно мыть. То есть и для бороды, и для шеи. То есть прям вот вообще шикарная вещь. У нас уже такой, кстати, был, видите. Вот, мы сейчас тоже второй покупаем. Так что вот, короче, дело к ночи. Да, я вас же мотивирую на все, да? Так что давайте. Девочки, чистота в квартире, чистота в душе. Нужно убираться, потому что чистота – это залог здоровья. И даже если у вас нет идеального ремонта, то хотя бы уберитесь в той квартире, которая у вас есть. Вот так вот, наведите порядок, и будет здорово. Сейчас я все пропылесошу и помою полы. И пыль, кстати, надо немножко протереть. Ладно, пошла быстренько пылесосить. У нас ничего не меняется. Фу, моя хорошая, практически все закончила. В общем, пропылесосила все. Вот все, что могла. Вообще, знаете, у меня сейчас был случай такой-то. Поставила пылесос вот на дыбы. И в итоге у меня вылилась вода. У меня же пылесос-то такой с водным фильтром. Он, кстати, смотрите, сколько грязи. Видите? Вот, у меня часть воды вылилась. Ой, я сейчас бегала, как ненормальная. Ой, он весь фильтр испачкала. Видите? Сейчас надо его будет отмывать. Я надеюсь, мне Вован поможет. Вот, ну, слава богу, все прибрала. Все убрала. Потому что нужно, чтобы было чисто. Как удобно с этими тряпочками. Вытер. И можно выкинуть. Все. Забрала, начала я делать генеральные уборки. Вот. Потому что, как правильно говорится, начинать новую жизнь нужно с чистой квартиры, с чистой головы. Так что всем советую для начала убраться. Потому что в чистом помещении чистые мысли. Это правильно. Так. Нет, ничего не видно, то у нас тут много впечатлительных-то людей. Ой, слушайте, я прям устала. Девочки, я прям устала, что-то я тут это все заубиралась. Вот, жарень. Кондиционер не хочу включать, потому что включишь кондиционер и весь промокнешь. Точнее, это не промокнешь, а простудишься просто банально. А зачем это надо? Это нам не надо. Что у меня тут такое? Все. Вот, пылесос я помыла. Все замечательно. Ой, господи, устала. Так, это вот сюда. Все, надо унести. Ой, сейчас приду. Вована подстригла. Все пропылесосила. Я, кстати, знаете, что хочу сделать? Девочки, я хочу, знаете... Так, вот это вот нужно поставить. Поставлю. Вот так вот. Блин, только вчера ванну мыла. Смотрите, какая грязища, а? Вообще жуть. Вообще, девочки, что хочу сказать. Нужно, чтобы было не только дома чисто, но и в голове. Я вот, знаете, что решила? Как говорится, продолжение смены жизни и вообще. Вот, нужно удалять из своей жизни токсичных людей. Вот просто брать нафиг и удалять. Все эти, знаете, интернет... Какие-то скандалы, какие-то разборки. Все это выеденного яйца, девочки, не стоит совершенно. Зачастую люди себя поиспользуют в своих целях и нафиг пошлют. Так что я решила, больше ни с кем не буду ничего. Я надеюсь, меня надолго хватит. Вот. В общем, будем жить своей жизнью. И все. Потому что... Люди зачастую неблагодарные. Вот. Так что, если хотите что-то узнать, где чего, заходите на наш канал. Я больше не буду нигде ничего комментировать. Нафиг мне это надо. Сдалось. Я человек публичный. Мое мнение, понимаете, много всего стоит. Вот. Так что, буду человеком публичным. Ну и, соответственно, не буду лезть во всякие... Плохи. Чего я вам советую? Потому что, знаете, очень много отнимает энергии, очень много отнимает сил, вся эта, да? Вот. А ни к чему хорошему не приводит. Только от потери времени и все. Ой,
пойдете с нами. Так, все, скажите. Не, я серьезно вам говорю. Это всего лишь потеря времени. Все, у нас так все. Интересно. Вот. Туалет. Да. Вот, смотрите, по грязи. Вообще жуть. Видите? Вот, нужно периодически проводить чистки. Знаете, я сейчас сделала вывод. У нас сейчас ролик был. Вот, и вышел он. У нас было 52 комментария на 1800 просмотров. И знаете, как-то неплохо он распространяется. Вот, я сделала такой вывод, что на самом деле, если человек интересен, он будет в любом случае интересен. А все вот эти интернет-тролли, которые сидят там, говорят, ой, в комментариях мало, зайду попозже. Ну, хрен себе. Буду потихонечку чистить, потихонечку удалять, наводить порядок. Да. Те, кто нормально себя ведут, так сказать, без оскорблений, потом они говорят, критикуют, критикуйте, пожалуйста. Но без низших, так сказать, ну, без унижений. Вот. Ну, а все остальные, уж обессудьте. Можете бегать куда хотите, жаловаться, ругаться. Пожалуйста. Я знаю, что я права и правда на чьей стороне. А вот ваше мнение меня не интересует. К нормальным людям я всегда прислушивалась. И всегда буду прислушиваться. Которые с добром, с душой к себе относятся. Вот. А к людям-перебежчикам, сегодня здесь, завтра там, которым всего лишь интересно шоу, а шоу must go on, да? Вот. Я не буду прислушиваться. Вот. Потому что манипуляторов в моей жизни и так хватает. У меня он муж-манипулятор. Манипулирует моей жизнью. Так что вот так, такие дела. Я на самом деле, знаете, очень многим советую просто отфильтровать, может быть, да, своих знакомых. Потому что правильно одна девочка писала. Было у меня несколько подруг и постоянные ссоры с мужем. Отказалась от общения с подругами. И как-то жизнь с мужем заиграла яркими красками. Знаете, что я вам хочу сказать? Расставляйте правильно приоритеты. Какие люди вам больше нужны? С мужем вам жить, с подругами... Вряд ли. Подруга вас не поцелует, не поддержит. Нарисуется новый мужик, к нему убежит. Вот. Ну, такое может быть. Конечно, есть исключения из правил. Вот. Ну, я, честно, я не очень верю, так сказать, в женскую дружбу. Девочки, я не верю в женскую дружбу. Не верю. У меня намного лучше получается общение с мужчинами. Вот. В том плане, что они меня понимают, я понимаю их. Вот. Как кому-то, знаете, сидеть, обсуждать, это я не хочу больше. Я очень сильно постараюсь не лезть никуда. Вот. Жить исключительно своей жизнью, я всегда буду рада людям, которые на нас подписываются и смотрят именно нас. А уж то, какие мы, знаете, ой, у каждого человека можно найти свои косяки. Просто кому-то кто-то не может признать, что вот он такой, да? А кто-то не стесняется своего. Вот, и стоит на своем. Вот. Такие дела. А кому-то, знаете, на самом деле очень скучно живется. И вот он ищет эмоции в интернете. Кто-то очень любит кукловодить чужими жизнями. Вот. Некоторые по принципу донатов. Некоторые по принципу, не знаю, какой-то дружбы непонятной, да? Вот, но... Правильно, знаете, посвящать свою жизнь какой-то ненависти, какой-то злобе, это плохо. Вот. И как жалко, на самом деле, что меня каждый раз пытаются втянуть в какие-то разборки. Вот. Одни с другими, другие с третьими. Вот. А как только люди получают то, что они хотели, да, они уходят, так сказать, далеко. Вот. Да. Ну и знаете, не хочу больше. Просто не хочу. Я знаю, сейчас вот через несколько недель мы уедем. Вот. Сначала в одно путешествие. Потом, может быть, в другое. Вот. Но мы обязательно
будем жить полной жизнью, своей жизнью. Вот, не жизнью каких-то других левых людей. Так что вот так вот, вот такие дела. Так, навожу порядок не только в квартире, но и, понимаешь, в душе. Грязь опять. Ой, зато так хорошо все пропылесосило. Ой, прям вообще. Сейчас тоже, знаете, сейчас пылесосило. Думала про всякие вещи, дела всякие. Вот. Ну и пришла к такому выводу. У меня он сейчас в авансе сидел, лежал. Я ему дала партийное задание. Он поудалял, короче, все мои комментарии. Вот. Комментарии будут мои только на моем канале. Так что заходите на мой канал. Буду, кстати, меня правильно ругают, говорят, редко стримы делаешь. Буду почаще делать стримы. Вот, потихонечку мы с вами вытравим всю эту нечисть, которая, к сожалению, у нас пригрелась. Вот, всех этих интернет-троллей. Вот. Ну, а хорошие люди, как там говорят, ой, останешься 5-10 подписчиков. Господи, велика ли потеря? Зато какие это будут 5-10 подписчиков, которые со мной пойдут на все, я уверена, и пойдут с нами, и в Таиланд с нами поедут, и в Турцию. А вот эти люди, которые токсичные, злые, завистливые, вот, они будут просто наблюдать за нашими приключениями без права голоса. А знаете, как это обидно, когда ты без права голоса, тебе не дают высказать свою позицию. И еще раз хочу сказать, у меня блог бесконечный. Вот. Да и настроение у меня тоже, знаете, меняется. Вот сегодня у меня такое настроение, а завтра у меня будет другое настроение. Но благо это мой канал, и я могу делать на нем все, что захочу. Вот так вот. Так что... делаю, что захочу. Вот такая я сумасбродка. Ой, не надо, сколько меня там пугать. Ой, это кому-то нужна. Ну, раз вы смотрите, значит, кому-то нужна. Опять же, хочу повторить, что это касается не всех. Тот, кто накосячил, ну, он накосячил. А тот, кто себя нормально ведет, я всегда уже говорила, что я только за нормальных, адекватных зрителей. Вот. Кстати, еще раз хочу передать Юленьке привет. Юля, ты, как говорится, мой человек. Как я рада, что у людей остается собственное мнение, и никогда они его не меняют. Вот так вот. Так, ну все, пылесос я вымыла. Так что, девочки, вот дайте, позвольте дать вам совет. Конечно, можете к ним прислушаться, конечно, нет. Но я советую так, что чистота в квартире, чистота в душе, и тогда жизнь будет играть яркими красками. Столько всего классного мы пропускаем. Так, у нас ролл приехал. Все, чуть отключаюсь. Слышу. Девочки, ну нифига себе, сколько привезли. Посмотрите, вообще жуть. Я заказывала, там у нас сет должен быть Филадельфия, еще одна Филадельфия, какой-то подарочный. Еще два сока сказала. Ну, конечно, в коробок прям кучу. Ой, обожремся сейчас, обожремся. Так, короче, я все убрала. Вот. Что у нас тут? Здесь вроде чисто. Сейчас еще полы надо помыть. Все, 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 все. Помою еще полы, девочки. Еще раз говорю. Чистота в душе, чистота в квартире, чистота в вас. Кстати, надо будет сейчас душ принять, да, я вся, вот видите, вот так вот взять, вот умыться. Потому что, конечно, прям я вся вспотела. Но, знаете, приятное такое чувство, когда ты все помыл, и все хорошо. Вот, так что, мои хорошие, еще раз говорю, мой канал, мои правила, что хочу, то и творю, я сумасбродка. А вот, значит, будут это мои ошибки. Всем советую учиться на своих ошибках. Никому ничего больше доказывать не буду. Пускай каждый думает, что хочет. Пускай каждый совершает свои ошибки, потому что, знаете, лучше всего учить свои ошибки. Вот, и, как говорится, жить своей жизнью. Будете писать гадости, значит, будете заблокированы. Будете писать нормально, ну, значит, будет нормально. Я не против всегда конструктивной критики.
Вот. А люди, которые вводят, так сказать, всякие у нас, любят, очень любят разные, как это называют, сплетни. Сплетни любят попукловодить, стравить некоторых людей. Ну, значит, нам с вами не по пути. Вот так вот. Так что будем с 5-10, но самыми лучшими. Вот. Так что, если кто хочет, подписывайтесь на наш канал. У нас будет весело, скоро мы отправляемся в путешествие. Вот. Люблю всех, практически всех. Практически всех. Некоторых просто, ну, как детей. За что ругать? Такие ошибки совершают многие. Всем всего хорошего. Увидимся на мукбанке. Сейчас я пойду быстренько помою полы и будем садиться за стол. Все, всем спасибо, всем пока. Будьте добры к людям. Всем всего хорошего.